выставочном комплексе «Крокус Экспо» уже в 15-й раз проходит выставка «Интеравто», где автокомпоненты представляют более 360 производителей. Экспозицию площадью 25 тысяч квадратных метров заняли компании из 20 стран мира и 44 российских регионов. Это выставка B2B, выставка для специалистов, конечно же. Ну, естественно, и приходят те, кому интересна сама вот эта тема, поскольку у нас автомобилистов много, и людям просто интересно, что есть в компонентной части, в ремонте, покраски, ну и так далее. На выставке можно встретить как расходные материалы для ремонта и автохимию, так и новейшие разработки для гаражного сервисного обслуживания. Например, тульский производитель привез уникальный для российского рынка бесконтактный стенд. Здесь за считанные секунды можно замерить развал схождения колес. И для этого совершенно не обязательно ставить мишень. А в максимальной комплектации стенд позволяет углы не только замерять, но и регулировать. Эта версия для подъемника. Соответственно, нижняя часть ее видит автомобиль, когда он находится в нижнем положении подъемника. Мы ее измерили, машину. После этого машина поднимается наверх. Соответственно, верхними камерами мы регулируем машину. Помимо стендов и многофункциональных станков, гости выставки могли присмотреть даже платежную систему для автомойки. А главное, договориться об условиях покупки прямо на месте. В этом году действительно реально значительно больше специалистов пришло на выставку. И вот уже сейчас скоро окончание ее, до сих пор идут переговоры практически на всех стендах. За несколько дней работы выставку «Интеравто» уже посетили 12 тысяч человек.